Вот уже следующий день, вчера я не сняла. Сходили мы, в общем, к девчонкам. Вот, поели блинов, покушали, поболтали. Я не успела снять, и уже вечером там сидели у родителей, там сестра с девочками, потом еще приехали Мевлюта, ну, моего мужа, дядя и его сына, жена, короче, с тремя детьми. Кукла! Вот, так что сегодня, наверное, доснимаю влог. Заплела тут себе, как обычно, косичку. Не знаю, она у меня вся рушится. Ну что, скажи всем привет. Скажи всем привет. Скажи. Не, не скажешь. Не скажешь? Ку-ку. Ладно, идем мы завтракать. Пошли, София, завтракать к бабушке. Му-му-му-му-му. Все, я еще включусь. Вот, получится у меня вот такой домашний влог. Осталось 8 минут. Я, наверное, их сегодня и закончу на телефоне. Надо скинуть. Я сегодня эти... Я, в общем, убираюсь дома. Ну, в игрушках надо чуть-чуть прибраться. А так вот я везде пыль протерла. Ну, в принципе, дома хорошо. Порядок. Как бы тут еще надо разобрать. На стуле вещи висят. Одеяло надо постирать, потому что я буду другое стелить. Тут Софиины вещи тоже надо разобрать. Ну так, в принципе, порядок. Все, пыль протерла. Видите, чисто влог там у меня обрабатывается. Стол протерла. Сейчас пылесошу. В шкафу убралась, который на кухне. Вот. Ну ладно, показывать, в принципе, не буду. Ну, здесь у меня и так, в принципе, порядок. Всегда поддерживаю. У меня беспорядок в глубинах, в шкафах, потому что мне нет времени складывать. Вот. Я повторяюсь, что нет времени, но на самом деле иногда время есть, но просто не хочется. Так, все заправила. Это надо сестре отдать. Шарики у нас так и висят. Пусть висят, еще пусть. Ой. С ним потом попозже, когда Софи будет год и один месяц. Пусть висят, что годик исполнился, чтобы люди знали. Хотя мало кто приходит, только девчонки ко мне. Ну и как бы родители. Ну, родители в основном мы у них там тусим. Сейчас София там, она поспала в гамаке. Сестра там, две ее дочери, поэтому хоть София там поиграет. Потому что ей скучно же одно. Я вот пока вот пропылесошу. У меня осталась кухня, коридор и в туалете я пропылесошу. Вот, там у меня, в принципе, пол чистый, я его недавно протирала. 2 мая. Все 1 мая убирались, а я убиралась 2 мая. Потому что 1 мая, и не помню, что я делала. Скоро 9 мая. Сегодня, кстати, сейчас гляну, какой сегодня мая. Ой, сегодня 7 мая, скоро 9 мая. У меня, наверное, это 9 мая выйдет, 15 мая. Но все равно я сниму влог, поздравлю вас, все-таки это ж праздник наш. Вот. Мы выиграли у немцев, победили вот, в войне. Так что вот так вот, такой вот болтологический влог получается, плюс покупки небольшие показала. Арифлейм, то, что заказала в Арифлейме, еще не пользовалась, буду пользоваться и потом, наверное... Сниму видео. Мне надо открыть плейлист обзор одежды там, да, вот этот хаул обзор. В общем, что я буду носить летом, так примерно покажу. И хочу снять видео, ну, как бы, я сейчас пользуюсь Фаберликом для проблемной кожи, получается. И сейчас у подруги заказала... В Арифлейме тоже там получается для комбинированной, ну, для комбинированной жирной кожи. Вот, получается, Фаберликом я уже месяца два пользуюсь. И Арифлеймом попользуюсь, наверное, вот этот месяц. И уже сниму видео. И просто сравню, наверное. Вот и все. Пока ничем таким не пользуюсь. Как бы вот такими бюджетная пока косметика. Вот. Когда пойду работать, тогда буду люксовой пользоваться. Да. Пока обычная косметика, но мне кажется, лицо стало лучше.
намного лучше. Стараюсь не давить, не трогать кожу. Вот, так что мне надо идти пылесосить. Такая сегодня домашняя. Машинка у меня стирается. Вот, так что посуда чистая. Погодка у нас. Ну, вот такая погодка. Хорошая погодка. Сейчас я переверну. Погодка у нас очень хорошая. Там София играет в саду. Машинка стирается у меня. Тоже делала обзор на стиральную машину турецкую. И у меня еще обзор есть этого шкафа. Видите, я навела порядок, все положила как мне удобно. Теперь порядок. Ну, кстати, я храню картошку, потому что София может ее из-под стола взять. Тут влажные салфетки, тут чашки, там ваза, тарелка. Тут большая, как бы такая, ну, как бы сплошняком такая длинная тарелка, не знаю. Вот. Ну, пока так, в общем. Вот, так что буду делать дела. Конечно, если мы будем переезжать, я этот шкаф не буду брать. Там мне апельсины уже показывала. Машинка стирается. Вот, клубнику я тут мыла, ела. Так что у меня чистая все плита. Вот, София любит, тут такие палочки есть. Пока они у меня здесь лежат. В общем, пока так вот сушится у меня сама эта штука, потому что воздух идет. В принципе, так. Кстати, стул мы пока сделали вот так вот к столу. Ну, тоже то сидит, то не сидит. Это слишком ей жмет, потому что, ну, смотрите, сейчас. Сейчас минута закончится. На тройке получается... У ребенка остается вот столько места. У него небольшой животик есть. И я не знаю, как вот ребенок помещается вот так вот. Когда ему там, не знаю, месяц, что ли, два. Сидеть еще нельзя. Вот это два, это три. Конечно. Не знаю, он очень сжимает. Может, изначально сразу на тройку надо. И все. А когда ребенок уже год, столешница снимается, и ребенок как бы приучается к общему столу. Я, конечно, понять не могу. Пока стоит здесь обзор. Обзор тоже сделаю. Вот. Вот видите, я тут, у меня тут пылесос стоит. Это я сестре отдам. Вот эти вот все, которые висели здесь. Помните, на день рождения вот эти вот, как эти квадратики, или как это, прямоугольники. Муж все так и не снимет ее. Вот. Ну, так лучше без собы стало. Календарь. Календарь мама, наверное, через сестру передаст. Там вот надо еще навести порядок немного. Ну, так вот, в общем, чистенько. Извиняюсь, эта помойка всегда будет видна. Видите, какая погода хорошая. Там, кстати, вон, видите, дом построен. Вот, все, я пошла пылесосить. Влог у меня обрабатывается. Знаете, какой влог я буду выставлять? 29 апреля. А сегодня 7 апреля. Мне даже стыдно. Ой, что я так все медленно, тут сумка у Софии, в общем, пока так раскладываю вещи, все тут надо стирать, Софии на белье детское, я уже покупки вам показывала, тут я просто достала вещи, в общем, надо тут половину стирать, половину убирать, в кроватке она в этой не спит, мы спим вместе, вот такие вот делишки, вот туалет, кстати, ее. Я когда-то показывала, я ей показываю, что надо садиться сюда, вот она нажимает, и вот так снимается, так вот я снимаю и несу в туалет. Очень, кстати, удобно, вот он у нас всегда рядом, и она его видит, что надо ходить в туалет. Все, у меня садится батарея, ой, не батарея, а этот. В общем, убрала сюда большие вещи, зимние убрала в шкаф. Тут пока кофты, штаны. В общем, мне надо все разобрать. Тут пока летние футболки, купальник. Эта подружка подарила это платье. Ой, и тут надо разбирать. Тут у меня бодики есть маленькие, легкие штанишки, колготки, носочки. Всякие тут маленькие вещи, футболки, бодики. Вот этот ящик мне нужно разобрать. Все, в принципе. Хотели поставить тот шкаф сюда. Ну, не знаю, когда мы его поставим. Мне, кстати, надо эти все косметички разобрать. Сумку я уберу. Так что... Вот, сумку я убираю сюда. В
Вот. Так что буду, наверное, с вами прощаться. Блог такой, как это, болтология, покупки закончились. Ну, такой вот блог небольшой, просто показала вам, как навожу порядок, как у нас дома. Вот, надеюсь, вам интересно смотреть такие влоги. Даже иногда не знаю, что снимать, и вот просто вот беру камеру, что-нибудь болтаю, и вот так вот получается влог. Вот. Много чего надо снимать. Я хочу снять обзор Софийной одежды. Тоже как бы вот. Тут сейчас осень получается. Она просто ходит внизу бодик, колготки, шортики и там может какая-нибудь там жилеточка такая легкая тканевая. Вот так вот осенью. Но еще когда мы прилетели, она ходила в бодике, в колготках, в кофтах вот таких вот на замке и просто в штанах. Вот так вот здесь ходят осенью. Ну плюс там шапочка какая-нибудь. Вот так. Так у нас ходят, мне кажется, летом в колготках, когда холодное лето, в штанишках, ну там бодик под штанишками, под кофточкой, да, ну под кофтой, и кофту дети надевают. Вот. Или просто сделать обзор гардероба, даже я даже не знаю, как сделать, что какая-то одежда будет в том шкафу, какая-то здесь, может как-то там поставить телефон и снять. Надо что-то подумать. Штатива нет пока что. Не знаю, муж говорит, это все то, что я снимаю, ерунда. И как бы... Не знаю, штатив. Штатив я, наверное, потом куплю. Не знаю, когда даже. Но нужен штатив. Без штатива никак. Так хоть на штатив даже вот сюда поставить штатив. Вот, ой. Да что ж такое? Вот на этот комод. Ну, вот вы видите его. Вот он. Сюда, допустим, поставил штатив, телефон, открыл эти отсеки, открыл, и просто достаешь и показываешь. Вообще, конечно, крутяк. И там можно было бы продолжить. Нужен штатив. Надо посмотреть. Может, тут тоже в Анталии как-то можно заказать. Как-то... Ну, вот турки, они такие вот. Они не понимают, зачем это блогерство, и вот зачем вот... Эти штативы, ну такие вот они. Они просто живут, как бы сегодня прожили день и все. Ну, может, там какие-то современные турки, но вот мой муж, он как бы. Ну, он не понимает, зачем мне нужен штатив, зачем я вообще снимаю, зачем я смотрю на камеру и что-то говорю, и говорит, тебе делать нечего. Ну, типа, Софию снимаешь и хватит, а там какую-то ерунду ты там рассказываешь. Ну, такой вот он, видите. Ой, или как-то надо с Алией с этого сезона, или как-то же можно в Турцию, мне надо покопаться. Вот он зарплату получит, допустим, две-три зарплаты его отложить. Ну, допустим, два раза получит зарплату, и там с одной отложить, там, допустим, 100 лир, ну, 50 лир. И с другой, потому что в отеле тоже, как бы, я бы не сказала, что хорошая зарплата, здесь все-таки они такие вот... Мало платят. Такая вот страна. Ну и не жалуюсь. Ладно, буду заканчивать влог. Пошла я пылесосить и пошла Софию кормить супом. Мне еще надо сполоснуться. И сама поем суп. Так что еще увидимся. Всем хорошего настроения. И пока-пока.